я нашел свое призвание, знаете, в чем? В лошадях. Ух ты. Вот это вот моя стихия. Во мне перевернулось, знаете, я понял, что в мире очень много добрых, хороших людей. С этой мыслью задержанный решил помочь мужчине, обратившемуся к нему с необычной просьбой. Нашел ко мне молодой человек возле пивного бара. Попросил отвертку открыть квартиру свою. Этим чудо-приспособлением мужчины без труда открыли дверь потерпевшего, тут же решив обмыть победу. Сидели тоже, попились. Я говорю, мне надо позвонить. Мне как-то, у меня свой телефон нету. Мне надо позвонить. У меня, говорит, есть вот тапок, на нем нет денег. Тапок? Есть, ну, тапок кнопочный. Есть планшет, на нем есть деньги. Планшет он дает, я с него звоню. Мне там отвечают, все. Я говорю, ну сейчас, я говорю, приеду. И вроде как бы так получилось, что планшет он мне дает до завтра. Я говорю, я у него прошу, но он не меняет, он планшет мне дает до завтра, до утра. Только одолженный планшет он не вернул к назначенному сроку. Поэтому за правонарушителя это сделали сотрудники уголовного розыска. У задержанного же только одна версия, из-за чего такое могло случиться. Я не работаю, никому не помогаю. И считаю, не осуждаю своих родителей в этом, но считаю, что они меня воспитали неправильно. То есть виноваты родители? Нет, не считаю. Было такое время просто, что мы росли на улице в эти 90-е годы и впитали все это. Вот это все, этот негатив, этот, и выросли на этом негативе. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Андрей Багаев, Денис Желтов, Анастасия Потапова. Вести, дежурная часть. Саратов.